все-таки подразумевает какую-то гиперкомпенсацию. У меня троюродный брат в Германии купил большой джип, и его сын сказал: папа, на больших машинах ездит, посмотри, какая машина его будет. Оно подтверждается реальной практикой? Тоже об этом слышали. Судя по тому, что хамят на... Едут аккуратно, соблюдают правила, друг друга пропускают. И фермеры. И прекрасно себя чувствуют. Фермеры еще есть. Мне кажется, коллеги, дело в том, что у нас... цена роскошности автомобиля, она очень многое говорит о его владельце во всех сферах жизни. Очень сложно периодически вот понять, кто стоит перед тобой. Ты посмотрел на... сразу же понял, что это человек. По-настоящему...